Мне очень сложно оценивать. Я родился в Одессе и получал образование в Одессе, и многие, и мои родители, и бабушки, и дедушки, все одесситы. Поэтому это для меня тема кровоточащая, я не могу с ней, о ней говорить спокойно. А неспокойно я тоже не могу говорить, потому что я там не живу, я живу в России уже очень много лет. И даже в Википедии написано, что советский, российский композитор. Единственное, что я бы хотел, что, единственное, что я понимаю, что это надолго, к сожалению. Но, так как я человек, выросший в коммуналке, я должен сказать такую вещь. В коммуналке мы, у нас было очень много комнат, и мы все друг друга любили. Но мы так, жуткие драки, ссоры, наливание в борщ какие-то воды, а если я не скажу хуже, и поножовщина, которая происходила в коммуналке, это было запредельно. Это бытовой ужас, который творился там, ненависть. Но начинались праздники, и все садились за один стол, и все забывалось, и накатывалось, и некоторое время было все спокойно. Вот я думаю, что наши отношения ближайшие, они очень похожи на коммуналку. Нужно время, осторожные действия и любовь.